Ну вот, сегодня в уездном городе Н отличная погода. Небольшой мороз, где-то минус 3 градуса. Ой, и солнышко светит. Короче, все нормально. Вчера вечером я уже приступил, сегодня продолжаю. Выстраиваю верхние балки, к которым будет крепиться непосредственно межстенное пространство. А вот, балки двух разных видов. Это 150, которая перепилена пополам, это 150 целая. Почему два разных бруса? Сейчас объясню. Во-первых, это будет ванная комната, и к ней будет крепиться всякая фигня, всякие бойлера и так далее. Плюс еще кафель тяжелый. Поэтому я решил, что стены будут достаточно крепкими. А это межстена, которая просто будет разделять одну комнату от другой комнаты. И все. Поэтому тут можно и брус на 50 на 75. Ну, как-то так. Сейчас вот отпилил вторую часть здесь, которая будет идти в сторону стены. Вот. Крепить все это буду вот на таких усиленных уголках. Да, не самое лучшее решение, конечно, но что есть.